Во вторник в Самарской области малооблачно, пройдет небольшой дождь. Гроза, сохранится жаркая погода. Плюс 27, плюс 29 днем, ночью 21-23, выше 0. Ветер южный, восточный, скорость 1-2 метра в секунду, штиль. В Сызрани облака, грозовой дождь, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 23, южный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Днем плюс 27, ночью плюс 23 градуса. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, гроза, плюс 27 градусов. В дневное время, ночью плюс 21. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Геомагнитное поле возмущенное. Температура воды в реке Волга 23 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.